Анна, поздравляем с победой. Что вы чувствуете? Вы победили чемпионку US Open 2017 года на самой большой теннисной арене мира. Это очень приятное чувство. Особенно это мой первый матч, когда я выиграла в основе на большом шлеме. И тем более на таком корте против такого игрока. Это много для меня значит. Как вы провели сегодняшний день? Потому что ожидание получилось очень долгим. Я гуляла на Манхэттене. Занималась, размялась и просто ждала матч. Ничего особенного. У вас большая внушительная группа поддержки. Расскажите, кто с вами приехал здесь и кто болеет в Москве у экранов телевизоров. Здесь со мной мой тренер, агент, тренеры из Российской Федерации. В Москве, конечно, болеют за меня друзья. Я думаю, они не спят. У меня вон телефон разрывается, я чувствую сумки. Родители, вся семья. Они не спят, но как вы думаете, вы сегодня уснете? Не знаю. Наверное, поздно засну. Спасибо и с победой.